У нас на рулю вот такое вот крепление к мотоблоку. Этот винт откручивается, и руль можно развернуть в обратную сторону. Сейчас мы это сделаем. Развернули руль, закрепили. Вот какой компактный мотоблок получился у нас. Поставили вместо колес фрезы. Пробовали на грунтозацепах, пробовали на колесах. Но теперь еще захотелось попробовать на фрезах и задним ходом. Это наше ноу-хау. Поставили ушастый окучник. И сдвинули уши на минимальную ширину. Сейчас будем пробовать делать борозды. Не получилось на фрезах, сняли их. И вместо фрез поставили колеса на резиновом ходу. Вот, и все получилось прекрасно. На фрезах сильно низко мотоблок получался, зарывался полностью, садился на редуктор и никакого движения. А на колесах отлично, только надо груз. Вот прицепили такую болванку 25 килограмм на окучник ушастый. И все получилось. Сейчас покажем, как будем ехать на ходу. Вот такие у нас борозды. Глубина отличная. Все легко и просто. Несмотря на то, что движемся задом, это никаких проблем нету. Вот здесь колея между колесами 75, по-моему, сантиметров. И получается также и колея картошки будет. Ну, борозды нарезаются. Потому что мы движемся вот этим колесом по уже прокатанной колее. Никуда не сворачиваем, никаких маркеров не надо, ничто, ничего. Просто едем по колее. И нарезаются борозды. Ну, глубиной я не знаю, не мерил. Сантиметров 7-10 будет. Глубже не надо, потому что окучивается картошка. Ну вот, пока все. Будем ехать, еще сделаем снимок.
положили у борозды картошку, засыпали луковичной шелухой. Вот так. И сверху будем древесной золой посыпать. И потом никаких окучников. Просто ногами. Вот так вот. Раз. Раз. Легко и просто получается вот такой погорок. Как нам посмотреть отсюда? Когда появятся всходы, потом уже окучниками окучим больше и ровнее будет. А пока нормально и так. Допустили ошибку. Междурядье получилось очень маленькое, 60 сантиметров. А минимум нужно 70. А если 80, еще лучше. Вот. Теперь дальше будем ехать не по колее. Вот рядом с рядком идет колея от колеса мотоблока. Теперь нужно не по колее ехать, а рядом с колеей. Тогда междурядье получится 70 сантиметров. Ну, будем теперь продолжать так. Пару рядков проедем, посмотрим. Если мало будет междурядья, еще по-другому что-то придумаем. Так, закончили посадку. Этот способ нам очень понравился. Легко, свободно. Из всех способов, которые я пробовал, этот самый лучший, самый легкий. Конечно, можно по видео подумать, что очень медленно. Но просто мы ездили на первой пониженной передаче. Попробовал на второй. Мне не очень понравилось. Нам некуда спешить. И мы делали все это на первой пониженной передаче. Вот. Главное то, что контрагруз, который на окучниках расположен, он очень помогает. Его нужно подобрать таким способом, чтобы легко было управлять мотоблоком. В случае чего, если зарывается окучник, просто нужно прижать немножко, без всяких усилий. Там немножко-немножко прижать ручки, и он поднимется, окучник, и пойдет дальше нормально. Ну, почти у нас таких случаев не было, все прошло отлично. Подобрали контрагруз удачно, 25 килограмм подошло. Все хорошо. Пока.